Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo, перед нами Xiaomi Redmi Note 11S. И в этом видеоролике мы вам покажем, как перенести все данные с этого телефона на какой-то новый девайс. Для этого нам на этот телефон и на наш новый девайс понадобится скачать приложение, которое называется Files, которое, причем на большинство Android-устройств, и так по умолчанию предустановлено. Заходим в это приложение, и в приложении Files справа снизу выбираем пункт «Обмен». На нашем старом Xiaomi мы нажимаем «Отправить», на нашем новом телефоне мы нажимаем «Получить». Дальше выбираем все файлы, которые мы хотим отправить. Здесь можно выбрать видео, можно выбрать приложение, можно выбрать какие-то изображения, музыку, документы и прочее. Также в конце видео мы вам покажем еще, как перенести смс, как перенести контакты и так дальше. И нажимаем «Отправить». Сейчас девайсы должны увидеть друг друга. Вот этот уже увидел другой телефон. Нажимаем и нажимаем здесь кнопочку «Принять». Вот мои фотографии и видео начинают перекидываться. Причем перекидывается очень даже быстро, скажу я вам. Там у меня было где-то по 30 мегабайт, я думаю, всего. Да, где-то точно по 30 мегабайт. И все перекинулось буквально за 5 секунд. Если у вас прям очень много всего, я думаю, за полчасика у вас прям все прям перенесется на 100%. Плюсом к этому, как перенести контакты, сообщения, какой-то журнал вызовов отсюда и так дальше. Можно это сделать двумя вариантами. Если ваш новый телефон это тоже Xiaomi, то заходим в настройки, выбираем пункт Mi Account и при помощи Mi Account, то есть при помощи Xiaomi Cloud, все переносим. Здесь включаем синхронизацию с, к примеру, с сообщениями, с контактами, с журналом вызовов и с тем, что вы хотите синхронизировать. Здесь внимательно, у вас максимум 5 гигов может быть, так что фотографии при помощи этого пункта получить при помощи Xiaomi Cloud не получится. Если ваш новый телефон это не Xiaomi, а, к примеру, там Samsung или какой-то любой другой Android или даже не Android аккаунт, то вы можете перенести все данные при помощи Google аккаунта. Для этого мы на нашем Xiaomi заходим в аккаунты и синхронизация, нажимаем Google и ставим галочки везде, то есть возле контактов, календаря и там, что нам нужно. После этого мы на нашем новом телефоне входим просто в Google аккаунт и сразу все контакты автоматически синхронизируются. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!